Сделано в ЕАО. Открытая ярмарка производителей со всей автономии прошла в областном центре в субботу 27 мая. Торговая площадка с самого открытия привлекла внимание многих жителей и гостей города. Многие пришли к прилавкам заранее, зная, что могут приобрести там что-то интересное или полезное. Ярмарка проходит в день российского предпринимательства, где предприниматели могут показать свою продукцию, да, а наши жители области могут ее приобрести по выгодным ценам. На ярмарке представлено более 30 местных товаропроизводителей. Здесь и самозанятые представили свою продукцию, и рукодельницы наши. Приобрести на ярмарке можно было товары самых различных категорий. Продукты питания, сувениры, одежду и наряды, образовательные и развивающие услуги. Свою продукцию представили предприниматели и самозанятые со всей автономии. Раньше я предлагала только своим знакомым, на работе, друзьям. Но одна моя подруга предложила поучаствовать на вот такой творческой ярмарке. Я решила попробовать. Во-первых, это вдохновляет. Это какой-то опыт приобретаешь. Ты слушаешь интересы людей, что им интересно, что им нравится. Уже традиционно организаторами ярмарки выступает центр «Мой бизнес» в ЕАО при поддержке правительства автономии. Прошла она уже в седьмой раз и, судя по немалому числу участников и покупателей, прочно завоевала популярность у жителей региона. Андрей Кирюшин, Денис Листюхин, Новости 21.